длится на века. В Магаданской области 8 участников и инвалидов Великой Отечественной войны в честь Дня Победы получат 10 тысяч рублей. Право на такую выплату имеют колымчане, которые принимали участие в военных действиях 1941-45 годов включительно. Кроме того, они должны постоянно проживать на территории России или в Латвийской, Литовской и Эстонской республиках. Выплатят средства без заявления в апреле вместе с пенсией сотрудники ПФР или силовые ведомства.